watch this. Фух, ГГ. Фух, это, наверное, сложнейший Хартнер 4 звезды. По идее, раньше сложнейшим Хартнер 4 звезды был Иллюминати, но его вроде как анрейднули. Так что вот это, скорее всего, сложнейший. Ну да, это я тоже прошел, когда у меня нет интернета, как видите. Да. Как я понимаю, этот уровень просто бафнули. Когда-то он соответствовал своей сложности, а его решили бафнуть. Либо хакнули. Но я вполне не удивлюсь, если его скоро анрейтнут из-за этой причины, как было с Beautiful Eyes. Что да. Ну, как по мне, это прикольный уровень. Люблю порой долбанутый геймплей.